вопросам безопасности во время проведения чемпионата мира по хоккею с мячом следует уделить особое внимание. Такую задачу 26 февраля 2020 года поставил в Рио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время визита в Шелехов. Напомним, местный стадион «Строитель» – одна из площадок матчей группы «Б». Старт чемпионата 1 марта. На стадионе уже завершена установка видеонаблюдения. В наличии 8 камер с возможностью идентификации лиц. Работают рамки-металлодетекторы. Для болельщиков сделаны информационные стенды с обозначением функциональных зон стадиона. Шелехову выполнена такая хорошая, огромная работа по подготовке к чемпионату мира. Мы понимаем, что Иркутская область – это важный международный праздник. Поэтому слова благодарности всем тем, кто будет участвовать в этом празднике, участвует и сделал все, чтобы этот праздник состоялся. На стадионе в Шелехове пройдет 5 игр. 1 марта в 11:30 состоится матч Монголия-Сомали. 2 марта 2 игры в 10:00 Япония-Монголия, в 16:00 Словакия-Сомали. 3 марта в 11:00 начнется матч Венгрия-Украина. 6 марта в 10:00 пройдет еще один матч чемпионата мира.